Спасать социологическую науку сегодня призвали в Астане. Эксперты пришли к выводу, что большинство научных исследований о жизни казахстанцев проводят зарубежные социологи и демографы. А вот наши специалисты остаются, мягко говоря, не у дел. Ученые решили исправлять ситуацию. Нас сегодня изучают больше со стороны, чем мы сами себя изучаем. Нас изучают из Соединенных Штатов Америки, нас изучают из Европы, нас изучает Россия. Например, последнее исследование было, например, российский исследователь изучал узбеки Созакского района, Чемкентская область. Где, когда вы встретили исследование, сделанное казахстанским автором, который говорил бы, например, там, о, я не знаю, там, о социальных аппаратах, показал бы нам картину тех изменений, которые произошли, например, в каком-то отдельном районе. Эксперты делились друг с другом практическим опытом, теоретическими знаниями, а также идеями, что изучать в первую очередь. Ученые хотят знать ответ на вопрос, как изменилось наше общество почти за четверть века независимости. По данным специалистов, большинство населения Казахстана продолжает мыслить стереотипами. Например, что в селе все плохо, нет ни денег, ни работы, а уралманам сложно адаптироваться на исторической родине. Но исследователи призывают опираться не на слухи, а на проверенную информацию. Ее сбором и займутся в самое ближайшее время казахстанские специалисты.